97 год. Компания была создана двумя людьми. Два человека, которые решили заняться вот именно авиацией. Это, значит, первое, это Виктор Сергеевич Бархатов, и второе, значит, Виктор Михайлович Колпаков. Создалась такая компания «Баркол». Сегодня, я уже считаю, это бренд. Бренд, который достоин продвижения и на рынке российском, и на рынке международном. И во главе этой компании стоит сам учредитель, сам хозяин, сам собственник Бархатов Виктор Сергеевич. Начали с одного вертолета Ми-2, вот, начали с одного летчика, с нескольких человек. И вот на сегодняшний день мы уже имеем порядка 60 значит, единиц воздушной техники. И успешно работаем. И основной наш заказчик – это «Транснефть». Бархатов Виктор Сергеевич за многолетнюю свою деятельность, бизнес-деятельность, он не только достиг того, что он создал хороший коллектив и создал крепкую, надежную такую компанию, авиационную компанию, но заслуги его были отмечены. Во-первых, отмечены на правительственном уровне. Он был награжден званием «Почетный работник транспорта России». «Баркол». А «Баркол» — это чисто вертолетная компания. Компания, которая занимается вертолетным обслуживанием, ну, на сегодняшний день это магистральных нефтепроводов. Он очень любит сам летать. Он достаточно такой мобильный, динамичный человек. В последнее время вот он увлекся вертолетной, особенно Робинсоном. Вот понравилась ему эта машина. Опять же, интуиция. Смотрел ее в деле. Сам поехал в Соединенные Штаты Америки, встречался с президентом компании Робинсон. Он был первый, кто внедрил эту технику, доказал заказчику, что с этой техникой мы будем выполнять работы не хуже, чем на Ми-2, а то и лучше. Она будет более экономична. Заказчики приняли это. Мы работаем и в Сибири, в центральной части региона, в любых погодных условиях. Он показывает себя с самой наилучшей стороны, как безопасное, надежное, хорошо управляемое воздушное судно. Бархатов, я бы так сказал, Бархатов фанат неба.